Панагия Сумила – один из древнейших сохранившихся монастырей. Он находится в Турции, неподалеку от города Трабзона. В этом монастыре хранилась икона Божией Матери, написанная апостолом Лукой еще при жизни Пресвятой Богородицы. 15 августа православные всего мира чтут образ, совершая паломнические поездки к монастырю, где долгое время пребывала чудотворная икона. Не забывают о празднике и те, кто находится в тысячах километров от святыни. Для греков Панагия Сумила есть символ веры в Христа, символ самой нашей православной веры. Поэтому сегодняшний день мы не могли остаться в стороне. И вот сегодня совместно с духовенством мы проводим такую мини-конференцию, которая посвящена вот иконе Божией Матери, которая называется Панагия Сумила или Госпожа Понта. Монастырь расположен на горе Мела, путь к нему не близок. И тот, кто его преодолевает, рассказывает, что время там будто бы останавливается. А человек, приступающий к таинству Святой Евхаристии в этом месте, достигает момента абсолютного счастья. Все, кто в этот день был там, все причащали себя. А вот главное условие для всего – вера. Без этого ничего не будет. Сегодня, глядя на счастливые лица паломников, которые молятся, причащаются в монастыре Панагия Сумила, трудно представить, что около 100 лет божественная литургия там не совершалась. Благодаря стараниям человека, который проживает на Донской земле и много делает во благо Русской Православной Церкви, в этом святом месте вновь стали возноситься молитвы Господу. В 2012 году там состоялась божественная литургия, которую отслужил патриарх Варфоломей, были представители духовенства практически всего мира. И за это я хочу сказать низкий поклон от всех вам в Начесавиде за то, что вот такое чудо случилось, и оно продолжает каждый год случаться. Основанный монахом Варнавой 17 столетий назад, монастырь стоит и по сей день. Ни греко-турецкая война, ни почти вековой запрет на богослужение не стерли с лица земли место, где пребывала чудотворная икона Пресвятой Богородицы Панагия Сумила, что в переводе означает «Всесвятая с горы Мела». Но жива и Святая Русь, жива и Византия. И где она живет? В наших с вами душах, сердцах, в наших храмах, в наших богослужениях. Чудотворная икона была перевезена в Грецию, где пребывает в новом монастыре Панагии Сумила близ города Верия.